книгу начал читать, как стать умным. О, так я ее прочитал уже. Алексей, да я шокирован, а? С самим сатаной справиться, ну ты даешь, да. Это, конечно, не каждому под силу, но это не самое сложное. Ты с русскими сказками знаком? Нет. Сейчас и познакомимся. Друзья мои, прошу на сцену. Вот твой фронт работ. Их нужно куда-то устроить. Ну, в стране кризис, сам понимаешь. Куда? Решай сам. Удачи, друг мой. Да, для начала нужно узнать, кто вы и откуда. Представьтесь. Здравствуйте. Я подготовил предвыборную кампанию, которую прочитают мои избиратели и выберут меня президентом в 2024 году. Иван, дурак, что ли? Так, вот здесь, здесь и вот здесь все сады меняем на биотуалеты. Куда его? А, туда? Вам туда. Я Алёнушка, у меня брат козёл. Как человек? Как брат. Ну это же не страшно. Да что ты знаешь о страхе? Ты знаешь, что я пережила? Вот представь, ты сидишь один в лесу, и на твоих глазах родной брат в козла превращается. И знаешь, чего больше всего на свете хочешь? Чего? Пить! Жажда мучает до смерти. Ты сидишь и думаешь, умереть от жажды или жить потом, как козел? Куда ее? А, думаем. Так это, лицо шоколадки Аленка. Поздравляю, вы новое лицо шоколада Аленка. Здрасте. Я 14-й богатырь из сказки о царе Салтане. Так, хорошо. Вот видишь, никто даже и не понял. А что именно? Никто даже и не понял, что я не 14-й богатырь, а 23-й. Вот так всегда, всем абсолютно плевать. Вообще, пойду, уволюсь, пусть будет в чешуе, как жар горя, 32 богатыря. Да стой, подожди. Куда его? А, думаем. В чём, да? Поздравляю, вы новый начальник охранного предприятия. Спасибо. Здравствуйте. О, баба. Яга. За бабу спасибо. Значит, у меня проблемы. У меня избушка на курьих ножках попала под программу реновации. Ее снести никак не могут, она от бульдозера убегает. Так это ж прикольно, передвижной дом. А вы на нем в Крым гоняли уже? Ты дурак, что ли? Вы что, размножаетесь, что ли? Подождите, с этой проблемой вам не сюда. Да я куда уже не обращалась. Сам Собянин приезжал. А для нее что Собянин, что Леший, все одно. Она чердаком покивала и свистнула в лес. Куда? Думаем. ЖКХ! Вам ЖКХ, спасибо, до свидания. Так, извините, я только в Крымсе. Я Василиса Прекрасная. При всем уважении, но, может, все-таки премудрая? Слушай, если бы я была премудрая, я бы до 6 утра вчера лед не пила. А сегодня я Василиса Припухлая. Но если мы с вами сегодня надолго, то к вечеру стану прекрасным. Куда это запихнуть? Попробуй вот это. Куда-нибудь запихнуть. Что вы себе позволяете? Понятно, я буду жаловать. И на меня, пожалуйста, и на меня, понятно? А вы кто? Понятно. Куда? В танцы небо славян. Так, вы проходите в танцы небо славян. Вот,